А сейчас каждый отправляется в бан. Добро пожаловать. Дебилы! Натуральный водитель на всю страну. Мне было... Натуральный Патрик. Мне уже не хватает даже силы, чтобы просто банально сказать, как делишки, ребятишки, потому что наркоманы просто всю энергию из меня высасывают. Но здорово всем! Новая серия снайперов. А, и в этой серии у нас будет очень много всего интересного. В первую очередь у нас новый прицел на снайперке. Пока в Португалии мой комп не лагает, поэтому я могу позволить себе его надеть, как только вернусь обратно в Новосибирск, опять вернусь к прошлому прицелу. Короче, наркоманы Петровичи, прячемся и приступаем к первому раунду. Погнали, пацантра и пацанессы! Мне интересно, кто сегодня затащит с новым прицелом, потому что он приближает. Прикиньте, предыдущий прицел не приближал, а вот этот Костя затащит. Костя затащит. Костя себя в могилу затащит с таким юмором, как у него, поэтому мне кажется, не опа. Ой, Ники. Ой, что-то. Мне показалось. Подожди, кто уже стреляет? Любовные отношения. Кто уже стреляет? Ой, в смысле? Это кто был? Где? Костя, это ты был? Розовый Костя. Костя! Блин, подождите, мне так непривычно записывать, понимаете? Потому что я якобы пытаюсь сейчас играть снайперов, да, ну типа новая серия, все прикольно. Но я сейчас представляю то, что 99% людей, которые сейчас смотрят этот ролик, скорее всего смотрят не то, как я управляю снайперкой, а то насколько... На мою бороду, вот именно. Поэтому я не знаю... Ты что там хотел пёрнуть ртом? Что? А где все? Вот именно, где все? Я уже заколебался. Я видела Костю. Я тоже видел Костю, но Костя умер. В этом-то и проблема, понимаете? Элис находится в самом видном месте. Кто находится в самом видном месте? А, я видела его. Меня? Да, я заметила твою курточку. Курточку она моя заметила! Опа, она отцетом такой. Ой, мне кажется, меня кто-то спалил, да, признавайтесь? Да, может, ах, вы же с гамун. Уйди отсюда, Вань. Ой, подождите, а чё у меня так темно? Я ничего не вижу. А сверху? Чё за дичь? А, всё, вот. А, я спасибо большое. Спасибо, чё ты увидела? Тебя. Меня? Эдисон, берегись, тут Бикич. Папа, давай договоримся. Да и нахер. Ой, ты чё меня пугаешь, наркоманич, Ники тянет. Мам! Давайте только я оставим. Мам, давай договоримся. А я почему? Нет. Ладно. Мне не нравится этот прицел, извините меня, пожалуйста. Делай ножи. Монстр, Мия. Ой, всё. Если сейчас это будет... Костя, уйди, пожалуйста, ради бога, или я тебе... Я тут помню. Ого! Я не могу! Монстр у нас зарешало первый раунд! Подожди, где это? Во! Костя заслужил, Костя это заслужил! Все, там тихо! Давайте приступаем к следующему раунду. Не смотри! Что? Я видела, где он. Подождите, это как сейчас? Это что сейчас было? Я ничего не сообразил. Подождите. Я прямо на них смотрела, они умерли. Где ты была, монстр? Я не сказала. Эдисон, уходи, пил. Кого? Эдисон, уходи, отошел. Отошел? Куда отошел? Я хотел сказать в самом начале, не смотри на мою бороду, пожалуйста, но уже кто-то друг друга. Я сейчас посмотрю.
Ну за что? Почему вы оставили меня один на один? А, потому что, вот так, да, ты меня в прошлом раунде убила. А, подожди, ты меня убила или кто? Это я тебя... А, это Мия меня убила. Я тебя в удаленной серии убила. А, хорошо. Кстати, да, мы записали столько много серий снайперов, но проблема в том, что у меня прошлый ноут как бы сломался, и все серии пошли по одному месту. И мы сейчас просто это все перезаписываем. Нет, зачем тебе фейерверк? Нет. Он палит себя чисто физически. А теперь... Арабу! Было не... Монстр было неожиданно, согласись. Даже для меня это было неожиданно. Я все еще горжусь победой прошлой. Она все еще гордится победой в той серии, которая удалена. Но проблема в том, что никто, этого, никто этого не узнает, потому что серия удалена. Следующий раунд! Она всегда в моем сердце. Ну, разве что, только там. А у Кости, походу, в другом месте. В глубоком. В жопе. Почему никто не стреляет, а я жду. А, ну спасибо, вот. Другое дело, совсем другое дело. Так тут кто-то есть! В этом здании кто-то есть, я его даже не видел. Это, походу, Никич, да, Никич? Никич, это ты был? Это вроде... Это Костя. Это был... Нет, это Никич вроде был. А что я? Да я тебя слышал, Никич, ты пернул там. Я не слышал. Конечно. Нет, это не ты был. Это Костя. Мне показалось, это был... Ай, подождите. Ой. Ну за что мне такой ужасный ноутбук? Извини, пожалуйста, Костя, прости. Я даже реально, я не знал, что ты там. Мне просто хотел пошутить, что кто-то... Не, реально завоняло просто. Я думал, это Никич, это Костя. Ладно. Подождите, у меня есть идея одна. Не надо, нет. Я уверен, она тупая, поэтому не показывай. Это очень умная идея. Очень умная идея. Ты себя переоцениваешь, мне кажется. А, давай, давайте кто-то выйдет наружу, пожалуйста. Ну я просто здесь бегаю, я бегаю, бегаю. Никич, выходи. Где ты бегаешь? Где ты бегаешь? Я бегаю. Меня никто не видит. На улице холодно. На улице холодно, мы не выйдем. Я пробежал. Мы не в Португалии. Я пробежался туда, пробежался сюда. Господи, я уже путаю. Ой, я забыл невидимость. Ой, ну хорошо. Что это за дичь? Мия, выходи! Да я ж тебя вижу, да Мия! Подождите! Да ми... Мия! Да дома да, Валёва да стреляет! Да Мия! Подожди. Да Мия! Да не стреляй ты, подожди, это Мия! Это не Мия! Да это Мия, это Мия! Да не стреляй, не стреляй! Что Мия? Я пытаюсь этого человека не убить! Не стреляйте в Эдисона, он убивает Алёну! Подождите, это... Я тоже пытаюсь убить! Это меня? Это в меня стреляли? Ты в меня стреляла, дочь! Я хочу убить. Фу, Алена напугала. А, вот оно что было. Значит, Мия меня стреляла, походу, да? Я тебя не видела, я вижу Алена электрозавод. Да, электрозавод. Да, в смысле, где вы меня видите? Где вы гоните? Алена... А, ну ты теперь не отрицай, что ты электрозавод. Я не могу его... Костя, дебил, блин! Дебил. Все тут дебил, я снимаюсь с дебилами. Не в обиду, конечно, но. Она рядом. Он убежал. Беги. Беги, Никич, у тебя два зайца целятся. Ой, блин. Зайца. Ой! Ой, Никич, извини, пожалуйста, я случайно, я вообще не видел с самого начала раунда то, что ты там бегал. Я вообще не видел, извини, пожалуйста. Вот, сейчас самое главное найти. Не пыталась. Разрешите, пожалуйста, поинтересоваться, это откуда и кто? Да, я, да, поинтересую, Пантелей. Я к ней подбежала. Кто стреляла, откуда стреляла, монстр, если ты спалишь, где была Мия? Кость, ты невидимость, включи! Ой. Папа, давай договоримся, пожалуйста, ты меня не будешь... Дочь, проблема в том, что ты сводная, да, поэтому со мной договориться, мне кажется, будет сложно. Я же говорил, сводная равен приемная. Нет, это разные вещи. Приемные здесь ты, Костя, а она сводная. Ну ладно. Ой. Гораздо. Ой, я не туда шандарахнулся, мне меня еще 100% спали. Подожди меня, пожалуйста, секундочку, сейчас я уйду отсюда. А ты где был? А. Костя! Чё, ты реально там?
Я тебя сейчас убью, дебил, отпусток, чё ты в меня стреляешь? Это ты, в смысле не ты, а кто меня толкает, кто в меня стреляет? Это Ники, чё, я с тобой ошибался. И что, я просто... Здравствуйте. Я сейчас кого-то реально что-то ему отрежу, если он не перестанет это делать. Можно? Ясно. Он пытается в меня попасть. Я сейчас... Ра-ру-ри-ра-ру! Тёку выбивают ироды. Не берегись. Да я знаю. Да чё, я дебил, Костя, дебил, просто... Ой, ага, то есть ты меня спалила, да? Я вообще сейчас тебя не увидела. Я вижу только летающий снайпер. А, ты понимаешь, что половину выстрелил даже не я делал, а этот дебил? Ну забанивай. Да не ты, перец. Я подумал, что если можно сделать так, как я сделал в первом раунде, то, в принципе, меня даже не... Ну, она не поймет, вот в чем проблема. Она даже не поймет. Поэтому я не знаю, как лучше сделать. Короче, ядрить, колотить, что за дичь вообще тут творится? Идите вы в сраку, пошли вы вообще, я не понимаю, куда, что? Ага, вот сейчас... А где она? Я бежала. Да, куда? Кстати, давно уже перебежал. Ты там бегаешь, ищешь, и она уже ушла. Я только что перебежала домой к себе, вот знаешь, я взяла, обнимаю свою кулу. Мия! Подожди. Нет, не смей, пожалуйста, дочь! Дочь! А чем снова убили уже? Это не я сейчас забыла, я не хотела. Напомните, пожалуйста, какой у нас счет? Какой счет? Никакой. 1-1? И подожди, у меня 2 или 1? Я не помню. У тебя 1. У тебя 1. Офигеть. Ладно, тогда 154 раунд, погнали. А может хватит? Может, пожалуйста, угомонитесь, успокойтесь. Купите осла. Не трогайте осла. Священное животное, пожалуйста. Так он уже того, все. Не, это только осла не трогайте. Вот кого угодно, можете даже Костю, но только не осла, пожалуйста. Продадим Костю. Ой. А его никто не купит же. Продадим кота. А кто тут спалился? Кто спалился? Ну, фейерверк только у одного. Да, но вы видели, кто спалился? У тебя. И где спалился? Где-то в хорошем месте. Оп, 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 никто ничего не спалился, никто меня не видел. В этом-то весь и прикол, понимаете? Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, что меня никто не видел. Опа! Опа, это что? Это что сейчас было? Минус... Я видела электрозавод. Алик. Ты идиот! Почему мне не нравится его смех? А почему так смешно? Почему смешно? Когда смешно, это хорошо, это... Происходит. Я даже испугался, потому что я случайно тебя нашел. Я просто бегал, Мия, дочь. Господи, помилуй. Вот это сейчас реально нежданчик вообще был. Если у меня будет инфаркт, виноват. Хорошо. Инфаркт у меня здесь только может случиться. Я хоть и выгляжу уже на 13 лет, но мне 23. На 16, хорошо. Борода скоро вырастет, я закончу школу. Да. В смысле нет, вырастет. Я буду витамины кушать. Через 2 года. Нет, какие через 2 года? Через 2 месяца. 2 месяца я сказала. Этот дебил сказал 2 года, я говорю, какие 2 года? Какой? Тут их 2. Ну, да тут, тут их больше. Этот дебил, который наркоман, Патрик. Этот. У нас их тоже 2. Два Патрика? Помогите. Помогите. Костя, тебе никто не поможет. Костя, ты где? Костя, умри. Костя, ты где? Костя, выпадни в окно. Костичка! Костянчик! Нет. Костипопик! Давай. Опячки, попочки! Не стою! Хорошо. Слушайте, так это получается, они хотели меня обмануть. Прикиньте, они сказали то, что у меня только одно очко. Оно у меня одно, но в снайперах уже 3. Поэтому 3-1, но. До кого-то шутки доходят, знаете, с запозданием. Через годик. Поэтому подожди. Через 5.
Я объявляю лодочную пати на центре, объявляю. Поэтому присоединяйтесь, кому не лень. Да, я кого-то подвезу. Я знаю то, что многие сейчас хотят еще один раунд, но вы знаете, когда он будет, когда мы наберем много лайкусиков и когда эти дебилы включат еще раз карусель. Можете организовать такое, пожалуйста? Нет. Нет, ну, слава богу. Подписывайся. Я пошутил вообще. Подписывайся на канал и лайкуйся, кстати, всем дебилам, наркоманам. Всем пока. Подпишись на канал, подпишись на канал. Thank you.